На данный момент мы вызвали, набрали 102 киевскую милицию, вызвали сюда следователей милиции для выяснения обстоятельств происходящего на сегодняшний день в Васильковском районе. Потому что хозяин этой компании, которая занимается нелегальной добычей песка, утверждает то, что милиция и прокуратура делают ему крышу. После чего он отказался предоставлять какие-либо документы, которые бы давали ему право добивать этот песок в данном месте. Вот. Сейчас происходит, как вы видите, милиция, это следователи Васильковского района, приехали, описывают технику, берут поясные, в том числе и с нас, что мы видели, как мы реагировали на эту ситуацию. Ну, а дальше будем видеть, как отреагирует на это местная районная полиция. Ну, в принципе, все. Есть какие-то вопросы по происходящему? Задавайте. Так, ну а машина, это есть информация, что она не первый раз здесь. Ну, во-первых, когда мы ехали сюда, вы видели, что машины шли с песком. По приезду сюда мы видели, что машина загрузилась. По тому времени нахождения, пока мы здесь находились, приехала очередная машина. На кузове у нее присутствует песок после разгрузки. Он приехал повторно, видимо, загружаться. После того, когда мы вызвали милицию, вот, остановили все движение, остальные прекратили сюда подъезжать. На сегодняшний момент, сейчас, в данный момент, с базы, которая находится отсюда буквально в километре полтора, происходит усиленная вывозка техники. Мы сейчас подъедем туда, и вы все заснимете. А вот, кстати, доблестная наша ГАИ приехала. Тоже можете заснять. Которая отказывалась тоже ехать и сопровождать нас. Ноль два семь два.